туалет хочешь? Нет. Болит? Да. Срочно записываемся к врачу. Нет. Почему? Они... Палкой туда, палец туда! Я нет! Это же врач. Его цель не нарушить твою половую свободу и неприкосновенность, а установить причину болезни. А ты за мной пойдешь? Да, но в кабинет с тобой не пойду, нечего мне там смотреть. Ну что там, доктор? Вот это размер. Большой? Опухоли. Огромная. А что делать-то? Сейчас анализы возьмем и по результатам посмотрим. Крови, надеюсь? Не крови. Сейчас будет весело. Ну не надо! Готов? И не будешь никогда готов. Одевайся. А за это не сажают? Ну и нытик. Выражай после этого пацанов. Ух ты, это все по записи? Тут живая очередь. Да-да, я тут с 7 утра. Сейчас 12:45. Да. Печаль. А кто последний? Вон там. Жесть. Не лезь вперед меня! Я не пойду, не переживайте. Пойдешь, знаем мы таких. Сейчас я пойду. Не иду я, успокойтесь. Я в 6:50 сюда пришла, а ты приперлась 5 минут назад и хочешь пролезть вперед меня. Не лезь вперед меня! Иди в конец! Я по записи. Нет тут записи, нету! А вы вот мне объясните, зачем так рано приходить-то? О, какая, а? Все лезет вперед! Не ходи вперед меня! Тиканутые. Прием еще только начинается. Кто с талончиком на 12:50? Я! Куда?